Поле битвы изменилось. Автоботы и десептиконы рассекают космическое пространство навстречу величайшему злу, с которым когда-либо сталкивались трансформеры. Начинается битва с Юникроном. Сражаться против Юникрона вместе с автоботами? Трансформеры — отвага. С чего Оптимус взял, что мне это надо? А вдруг это не обман? Вдруг его план сработает? Это выгодно и нам! Осторожнее. Ты начинаешь напоминать мне Оптимуса. Прости, Гальватрон. Эта черная дыра все еще там. Юникрон может втянуть нас в нее в любой момент. Да. Не глупи. Мы десептиконы. Мы не можем тратить время на эту ерунду. Наша мощь гораздо больше мощи Юникрона. Может быть, но не хотелось бы попасть в эту черную дыру. Тихо! Делайте, что сказал Гальватрон, и уничтожьте автоботов. Вы слишком много думаете. Расслабься, я просто не хочу оказаться на другом конце вселенной, и все. Не обращай на него внимания, Циклонус. Почему это? Довольно. Мы сражаемся против автоботов. Мудрое решение. Автоботы просто пытаются сбить нас с толку разговорами о Юникроне. Это просто изобретательная ловушка. Траст, что там с миниконами? Не беспокойтесь о них. Я переоборудовал гидру Кэнон. От них останется мокрое место. Надеюсь на тебя, Траст. Да, сэр. Пока все идет по моему, то есть по вашему плану. Когда миниконы вместе, их целая армада. Дело не только в их количестве. Почему бы нам тогда не броситься в атаку? Под их прикрытием мы разобьем десептиконов. Всему свое время. Было бы ошибкой сейчас рвануться в бой. В этом ты абсолютно прав. Если бы я знал, то остался бы на Кибертроне. Там я хотя бы мог быть полезен. Автоботы, прием! Истребитель, как у вас дела? Кибертрон захвачен десептиконами. Я пока в безопасности, но не знаю, надолго ли. Просто не высовывайся. Понял. Что за ирония? Я лучший в мире пилот, должен ползать по земле. Надо что-то менять. Может быть, мы в безопасности с миниконами, но все не так радужно. Неужели мы так и будем сидеть и ждать нового удара со стороны Юникрона? Ребята, я не люблю эти разговоры. Я люблю действовать. Если бы Гальватрон согласился на объединение, забудь об этом. Теперь важно найти слабое место в обороне десептиконов. Ты... обнаружил его, Блэр? Пытаюсь. Интересно, что сейчас будет? От стресса мне все время хочется есть. Миникон все еще на нашей стороне или уже нет? Думаю, они здесь не для того, чтобы сражаться с десептиконами. Эти огни. Эти вспышки наводят на мысли о том, сколько трансформеров там гибнет. Да. Ведь это зарево бушующих внизу боев. Ужасно! Да. Мы проделали весь путь не для того, чтобы увидеть это. Что же делать? Мы думали, что можем быть полезны, но не знаю. Теперь я не уверен. Ред? Хотшот? Хотшот! Что с ним? Он злится на нас? Почему он игнорирует нас? В
Благодаря Оптимусу три самых могущественных оружия во Вселенной у меня в руках. И он пытается объединиться с Десептиконами. Что за дурак? Хотшот! Ты улетаешь? А как насчет остальных? Хотшот хочет взять ситуацию под контроль. Он постарается прорваться к Десептиконам. Что? Правда, что ли? Безумие? Я справлюсь. Не надо. Это слишком опасно, Хотшот. Они не послушали даже Оптимуса, не говоря уж о тебе. Они не передумают. Но я должен хотя бы попытаться. Так вот, что ты задумал. Я беспокоился за тебя, поэтому я здесь. Извини, но тебе не отговорить меня. Не уходи. Не надо, Хотшот. Ну же, останься с нами. Пусть пойдет кто-то другой. Нет, я один могу сделать это. Что? Сейчас мы не можем приземлиться. Но я смогу убедить Гальватрона. Если даже не смогу, то хотя бы выиграю немного времени. Тогда, может, мы сможем вернуться на нашу планету. Но ты пропустишь ужин. Ты вообще можешь не вернуться. Пусть идет. С ним все будет в порядке. Он сам знает, как постоять за себя. Он должен пойти. На его месте я поступил бы так же. Надо поддержать его. Он может быть нашим последним шансом. Автоботы спасли Землю. Как бы я хотел спасти их планету. Я хочу помочь, но не знаю как. Ужасное ощущение. Успокойся, Ред. Успокойся. Ред Алерт. Ты разрешишь ему пойти? Я бы хотел пойти с ним, но не хочу путаться под ногами. Отлично. Что? Что? Иди, я прикрою тебя. Что? Ты позволил ему отправиться на встречу с Гальватроном? Я должен был это сделать. Ответственность беру на себя. Ты его не остановил? Я принял окончательное решение. Это ошибка. Я иду за ним. Нет, нам сейчас важно оставаться вместе. Хотшот позаботится о себе. Но как же так? Хотшот делает это ради вас. Ему нужна ваша помощь. Вы не можете бросить его. Следовать за ним рискованно. Десептиконы повсюду. Но что если он переубедит Гальватрона? Это шанс для всех нас. Сомневаюсь. Может, ему повезет. Но Гальватрон уже объявил о своем решении. Нам осталось только смириться с нашим положением. Вот и все. Согласен. Спасибо, Ред Алерт. Я твой должник. Теперь все или ничего. Вперед, Хотшот! Вот это да! Куда ни посмотри, везде корабли Десептиконов. Оптимус, я нашел удобное место для посадки, я его помечу. Ввожу координаты. Похоже, это самое слабое место в их обороне. Самое слабое. Отлично, вперед! Есть, сэр. Начать атаку! Трансформация!
Что это? Вторжение? Закрыть входы! Внимание всем! Чужак на базе! Стрелять на поражение! Остановить любой ценой! Трансформироваться! Чужак, в блоке Б, все сюда! Эй, с дороги! Мне нужно просто поговорить с Гальватроном. Извини, но тебе не назначено. Циклонус! Я пришел за тобой. Добро пожаловать, что привело тебя? Уилджек! Автоботам здесь не место! Стойте, он мой! Дайте мне пройти. Да, нас встречают не очень радушно. Надеюсь, у Хотшота дела идут получше, чем у нас, и он смог прорваться. Все будет в порядке. Держитесь. Мне плохо. Хочу в туалет. Это мини-куны. Что они пытаются сделать? Уничтожьте их, пока не поздно. Но, сэр, какой из кораблей настоящий? Это шанс. Мини-коны их запутали. Отличный ход. Сражение может повернуться в любую сторону. Силы противников равны. Огонь, сбивайте всех. Есть, сэр. В чем дело, Хотшот? Ты не хочешь драться? Давай же! Я здесь! Уилджек настоящий воин! Не хотел бы я оказаться на его пути. Я сражусь с тобой, но только после встречи с Гальватроном. Вот они. Один из них настоящий. Стреляйте по этим четырем. Есть, сэр! Мини-версия Гидрокэнон готова. Отлично. Теперь мне нужен ваш звездный меч. Конечно. Прекрасно. Возьми, но будь осторожен. Гальватрон! Автобот! Уилджек, что это? Подожди, Гальватрон, он хочет поговорить. Что это значит? Поверь мне, Гальватрон, я не предатель. Верь мне. Уйди с моей дороги. Не уйду, ты должен выслушать его. Так это ты его впустил? Да, я, но я по-прежнему верен тебе. Гальватрон, не слушай их, это ловушка. Что происходит? Не знаю. Не верь. Уилджек, он заодно с ними. Оптимус стоит за ними. Убей их сейчас. Убей. Говори, что ты хотел, автобот. Но лучше не делай глупостей, или заплатишь. Гальватрон, генерал армии Десептиконов. Я обращаюсь к тебе. Автоботы и Десептиконы воюют очень давно. Но у нас появился общий враг.
Миниконы продемонстрировали, что он опасен для всех нас. Имя его — Юникрон. Опять эта чушь про Юникрона? Заткнись, я устал от тебя. Продолжай, тебя больше не перебьют. Кто этот Юникрон? Это он создал черную дыру. Миникроны знали о его появлении и начали готовиться к его приходу очень давно. Откуда они столько знают о нем? Я не знаю. Но я знаю, что миниконы вернулись на Кибертрон, чтобы сразиться с ним. Мы, автоботы, больше не собираемся воевать с вами, десептиконами. Поверь мне, если мы не объединимся, то пойдем жертвами Юникрона. У нас общий враг — Гальватрон. Опять 25. Дай мне наконец уничтожить его с помощью Гидры Кэнон. Только не говори, что ты поверил ему. Ты слишком нервничаешь, Траст. В чем дело? Ни в чем. Тебе показалось. Это ведь не технология трансформеров. Я говорю о Гидре Кэнон. Почему ты убедил меня предать десептиконов? И почему ты заставил меня выступить против Гальватрона? Это был очередной способ заслужить себе место под его крылышком? Старскрим, о чем это ты? Ты все время плел интриги вокруг меня. А что теперь происходит? Не спрашивай, спроси Старскрима. Кто его знает, какие интриги, Траст? Я не плел никаких интриг. Я твой верный слуга, Гальватрон. Ты меня больше не одурачишь. Я знаю, кто ты на самом деле. Что? Почему он это сделал? Гальватрон, ты не способен быть лидером трансформеров. Ты ничто в сравнении с моим хозяином Юникроном. Что? Юникрон? Ты предатель. Я хотел захватить все три артефакта, включая Звездный меч. Но Юникрону хватит и того, что есть. Гальватрон! Закройте ворота, не упустите его! Что? Нет! Что там происходит? Командир, что-то на Кибертроне снизит скорость. Смотрите, вот они. Они приземляются. Траст пытается скрыться под землей. В сторону, я хочу первым выстрелить в него. Ты почти убедил Гальватрона. Извини, я не знал про Траста. О нем не беспокойся. Это даже хорошо, что мы разоблачили его сейчас. Теперь мы знаем, кто наш враг. Да. И кажется, я знаю, что он собирается сделать с Реквием Бластером. Он спешит к Юникрону. Я так думаю. Есть только один способ узнать точно. Да, и мы пойдем вместе. Тебе не скрыться, Траст. Я знал, что ты что-то планируешь. И теперь я буду рад сорвать твои планы. Я даю приказ об отступлении. Отступление? Вы уверены, сэр? Именно так. Быстрее! Вы в опасности, пока вы на этой планете. Но, сэр, вам сказано, пошевеливайтесь, приказы командира не обсуждаются. Есть, сэр. Так точно. Истребитель Сайдвейс, Свайп, вы за главных. А где же Хотшот? Мы должны спасти его. Да. Мы не можем... Но Оптимус... В глубине души он ценит то, что сделал Хотшот. Но он командует целой армией и не может погубить ее ради одного. Это было трудное решение.
Готовься, Траст. Я иду. Производство компании AEOH Incorporated. Продюсер Юджин Ишикава. Режиссер Хидэхито Уэда. По рассказам Рио Мотохиры. Фильм озвучен студией Инис по заказу Союз Видео.